Дорогие друзья, шалом алейхем. Когда рождается у нас ребенок, мы благодарны Всевышний. Муж благодарен свою жену за ребенок, который она ему подарила. Когда рождается первый внук, мы благодарны нашим детям за то, что у нас есть продолжение. Мы счастливы, мы получаем удовольствие и говорим спасибо. Мы помним момент, когда мы вошли в новом доме, первый дом, который мы купили, или квартира. Мы благодарны Всевышний. Мы благодарны всем, которые нам помогли купить этот дом. И получаем большой радости. Мы помним момент, когда мы купили первую машину. Какой это радость, какое удовольствие. Мы говорим Всевышнему спасибо за то, что мы могли купить машину. Благодарны родителям или друзьям, которые нам помогли. Что происходит потом? То, что происходит потом, это очень-очень серьезный момент, и мы должны его избежать. Наша глава недели, Ваэтханан, говорится, когда родятся у тебя детей и внуков, и вид долго проживет на земле, что может произойти потом? И сделайте зло в глазах Господа. Обращаем внимание на слова Тора, долго проживет на земле. Когда проходит время, мы начинаем забывать. Мы уже привыкли к тому, что есть у нас. Мы уже не такие рады и счастливы. И не такие благодарны за то, что мы имеем. Потому что для нас это старые дела. А мы живем сегодняшний день. И Моше Рабейну предупреждает евреи, что оно для вас не стало, как старые дела, которые вы привыкли, и что вы забыли о Бога. И предали Всевышний, и, как говорится в Торе, и развратитесь. И что мы видим тут? Что когда проходит время, и мы забываем о том, что произошло, оно становится для нас как старое, это очень опасно. Мы видим, что человек, у которого есть детей, вместо того, чтобы благодарить Всевышний за детей, он жалуется, что дети очень шумные, они непослушные, и очень большие расходы у него. Он говорит, что у него дом маленький, мало места, и очень много детей. Потом, когда внуки приезжают, они шумят, у него головной бол, у него холодильник маленький, даже на продуктов не хватает места. Вместо того, чтобы сказать, слава Богу, что у меня есть дети, у меня есть внуки, и даже мой дом не хватает места там. ברוך השם за это. Слава Богу, что у меня есть кого кормить, что у меня есть продукты и хватит деньги на еду, что даже холодильники не хватает места для того, чтобы всех покормить и напоить. Именно благодарить Всевышний. Это потому, что человек смотрит на эти дела, как старые дела, и он забывает. Мы должны каждый день утром задумываться, медитировать и сказать себе, все, что Бог мне дал, как если бы это случилось сегодня. Это не займет много времени. Но если мы сможем научиться снова благодарить Всевышний и получить это как новое, которое случилось с нами сегодня, у нас тогда опять будет удовольствие в этом, радости и благодарность Всевышнему. Иногда бывает, что проходит время, человек, который для нас сделал очень много хорошего, он нам подарил машину, подарил дом. Это может быть близкий человек, папа или мама. И после этого был случай, мы о чем-то просили и нам отказали. И мы живем с обидой за то, что нам отказали и нам не дали то, что мы хотели. Но мы забываем о главном, что когда надо было, нам помогли, нам все дали. И мы живем с этой обидой, что нам во что-то отказали. Это все потому, что мы не видим перед глаза и мы не живем каждый день с этот момент, когда мы получили то, что мы получили. От Всевышнего, от близких, от друзей. Это полностью поменяет наше отношение к жизни. И Моше Рабейну предупреждает евреи об этом. Наша глава недели Ваэтханан. Когда родятся у тебя детей и внуков, и вы долго проживете на земле и забудете о том, что вам дали детей, что вам дали земле, и в результате вы развратитесь и сделаете зло в глазах Господа, что не дошло до этого. Это как предупреждение, это просьба, что мы были очень осторожны и каждый день снова увидели, посмотрели,
Что нам Бог дал, что у нас есть, что нам люди дали. Благодарит Всевышний за это, благодарит всем людям, которые нам помогли в этом. Это нам поможет получить снова удовольствие и радоваться, и иметь признательность за то, что мы имеем. И тогда наша жизнь будет выглядеть совсем по-другому. Seid gesund, Shabbat Shalom. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.